Я Реанур и решительно желаю здоровья, а также прекрасного настроения всем смотрящим данное видео. Мы выучили все, что можно было выучить. Теперь, да, я у ученых наших забрал все-таки оружие, чтобы Никон и Рипс хоть, ну, хоть чем-то толковым занимались. Вот они как раз-таки использовали оружие. Все, что возможно было выучить на станках технологических 6-5 уровня, мы сделали. Теперь нужно довести все это дело до 6-го. Для этого нужно демонтировать старые станки. Так, флешбокс. Иди сюда. Хан, вот тоже иди сюда. Вставайте по центру. И да, у обоих из них теперь можно оперейтинг машин выключать. Потому что, ну, потому что нет уже машин, которые у них были. И нужно ставить новые. Для этого выбираем опять Реанора. Он у нас главный строитель. Подходим им сюда. Вот. Открываем наш инвентарь большой и толстый. Ага. Сначала, конечно же, надо одеть сумарь. Вот. Открыть его. И в сумарь накидываем. Ага. Вот что нужно было сделать еще, чтобы больше помещалось в. Это вот так. На одну больше. Но все-таки, да, да, на одну больше. Так, и теперь заходим в меню строительства. И в технологиях 6-го уровня ставим станок. Изучающий. Так, покрутим его. Размер, в принципе, кажется точно такой же. Так что все нормально у нас здесь прокатывает. Или чуть-чуть больше все-таки стал, да? Капельку. Так, главное, чтобы при этом можно было нам и кровати остались свободными. Так, один сюда. И точно так же один вот сюда расставим. Есть. Подтверждаем. И теперь Реанор, как инженер, должен... что-то куда? А, он побежал хоть куда-нибудь. Ну, хорошо. Основная его задача, чтобы он сейчас сначала добавил материалы. Это первое, что он должен сделать. Их, естественно, не хватит за один раз. Все, иди, 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 иди снова, нагружайся. Есть. И дальше. А почему? Ага. Так, и... Интересно, опять добавит материалы или начнет инженерить? Да, он начнет инженерить, так что нет. Так что тогда иди сначала вот это сделай. Сюда добавь материалов. А флешбокс и ханбу пускай как раз таки займутся работой здесь. Для чего именно так, чтобы... ну, короче, чтобы все подряд не бегали за этими материалами. Так, давай-ка еще раз лутани. Еще раз набери материалов. Потому что у других персонажей инвентарь маловат будет. Так, ну уже. Давай, откройся. Вот. Инвентарь маловат, у них нет сумки, и они будут просто тупо тратить время не на то, что надо бы. Все, иди теперь, помогай. Здесь. Вот, они, конечно, ломанутся туда, но инвентарь будет уже, у Реанора будет в инвентаре сразу находиться и все, что нужно, да, и он успеет добавить до того, как ученые, скажем так, двинутся в ненужном направлении совершенно. Сейчас достроим. В принципе, раз уж мы начали хотя бы один строить верстак, уже можно технологии, значит... А, нет, еще все-таки надо, чтобы было достроено. Значит, первое, что мы будем делать, это я буду исследовать стенки. Потому что у нас впереди грядет большая перестройка стен
Потому что, опять же, вот эта вещь будет другой, да, и хочется уже строить нормальные толковые стенки, нормальные ворота. Потому что есть только ворота первого уровня, второго уровня и сразу пятого уровня. Вот так. Если я не ошибаюсь. Ну-ка, давайте проверим это. Может, я ошибаюсь. Ну, кажется, было раньше только так. Может, добавили с этим обновлением. Значит, вот первого уровня, да, и второго уровня. Все, других ворот пока нет. А нет, есть четвертого уровня. О, как. Сразу. А, то есть все-таки третьего уровня нет. То есть один уровень все-таки пропущен. То есть есть четвертого, и дальше будет, по идее, о, третьего. Как-то раньше не было, кажется. Ну да ладно. Нас это все равно не интересует. Нас интересует постройка технологического устройства для изучения. Как красиво, кстати. Такое прям гудит что-то там. Надеюсь, энергии хватит. Ну, должно, по идее, хватить. Если что, генераторы есть заставить. Как раз в центральном доме на втором этаже еще одно место под генераторы есть. То есть первая генераторная уже забита. И вот смотрите, эти ребятки ломанулись куда-то. Их можно, кстати говоря, чтобы они никуда не ломились, пока временно просто поставить сюда. Так как у них это не включено инженерное дело. Вот. И они никуда ломиться не будут. И просто еще раз правым кликом за работу помогаем. Они тоже, кстати, достаточно хорошо прокачаться успели в строительстве за все это время. Инжиниринг 42 у одного, у второго 41, в то время как у Реанура, ну, 70, да. Но, тем не менее, уже достаточно неплохие, не слабые ребята по строительству. В принципе, наверное, нет, я все-таки сначала поставлю технологии. Значит, сначала, да, сначала стенки, они мне понадобятся первыми. Следом нас будет интересовать, естественно, более продвинутая шахта. Поэтому без этого, потому что без нее вообще никуда. Ну, а дальше сталь, наверное. Да. Сейчас сразу выстрою просто в том порядке, в котором надо, все, что было, исследовалось. Девятый уровень, десятый уровень вепонсмитинга. Все, то есть вот это вот шестой уровень, и кажется, это будет последний уровень. То есть уже мы не видим здесь такой вещи, как новых технологий, скажем так. Так, Ренор побежал, кстати говоря, уже сразу строить. Давайте тогда поможем. Точно так же ученые, которые в будущем станут инженерами, присоединяются к строительству. Так. И можно немножко капельку еще счетерить. Кстати, да, вот что неудобно, если у вас выбран один склад, другой склад выбрать невозможно. Ну, то есть персонажа. Ну как, возможно, но это как-то странно происходит. Вот. Взял я, конечно же, да, побольше. Ну, то есть такой легкий чит, по сути дела. Просто взял и сразу накидал ему в инвентарь. Надеюсь, ну не знаю, то есть вроде как и чита, вроде, учитывая то количество баков, которые происходят, да, которые случаются. Вот, например, я более чем уверен, что тут, а нет, все нормально. Замечено было, что иногда вообще персонажи просто тупо стоят, ничего не делают, потому что они, ну, потому что они в баге висят. Вот и все. То есть такое часто было видно. И приходится руками их передергивать, то у них забирать инвентарь, то еще что-то делать. Ну, короче, какие-то танцы с бубнами приходится совершать. Как у нас здесь процесс? Сейчас самое время, да, выйдите сюда. Успел. А то были потом забитым инвентарем. Ну что, ребята, кстати, качаются, и хорошо, в принципе, пускай качаются. Честно говоря, я немножко подхожу к тому, что нужно уже больше как-то делить все-таки воинов, да. Ученые-то ладно, они тут, понятно, отдельным. Вот, а воинов надо как-то уже делить, наверное, рабочих там делать. Ну вот, шикарно.
Можно расставлять наконец-таки опять флешбокс. Ты в этой работал? Иди. Есть. А Ханбу? Ханбу сюда. Есть. Реанор может продолжить заниматься тренировками. Вот, пока он будет заниматься тренировками, мы заодно посмотрим, как у нас будут новые технологии, да, исследования. То есть сейчас у нас, во-первых, да, смотрим. Сначала стоун майнинг. Но стоун майнинг, получается, можно не трогать. Вот, руда у нас уже на максимальном уровне. То есть первым будем перестраивать, конечно же, руду. Вот, например, пожалуйста, яркий пример. Лифт стоит и втыкает. Почему втыкает? Потому что не может почему-то вот переложить сама. Вот залипла она, вот, и все. И не получалось у нее вот сюда вот выложить. Почему-то. Хотя, казалось бы, странно. Да, и достаточно долго, видимо, уже она торчит в таком состоянии. Поэтому, естественно, я думаю, что вот это не будет читерством. Поперекидывать ей руду. Чтобы она сразу ее запыжевывала вот сюда, например. Угу. Будем ее использовать как буфер такой. А, кстати, больше 5 не втыкается. Не туда. Такие танцы с бубнами легкие. Вот куда она побежала? Чё она туда побежала? Зачем? Видимо, возможно, этот уже стали там стало слишком много. Сейчас еще одну впиндюрим. Так, здесь у нас еще осталось что-нибудь. Здесь то же самое, да. Вот она у нее получается, иногда нет. Вот непонятно, как это работает. Ну ничего, сейчас поможем ей, чтобы все было хорошо. Есть. Теперь опять поможем ей со старю. Вот, и встала, и не может, да, вот донести почему-то. Ну, почему? Ну, непонятно вообще ни разу. И причем совсем завтыкала, и все. Ух, ладно, работяги. Там уже стали, кстати, набралось опять не слабо. Тренировщики. Кстати, Рипс уже, кажется, выкачивает последний уровень атаки. Да, качается здесь только лишь атака. Вот. Так, вот. Только лишь мили атак. Вот мили дефенс только в бою прокачивается. Кстати, написано как Waste to Train, видите? Вот. То есть внизу вот Waste to Train, вот здесь вот появляется, да? И указано, что мили атак. Как тренировать? Можно воевать при помощи мечей, использовать специальное тренировочное оружие, ну, снаряжение, и просто драться. Все, других способов нет. Дефенс только лишь получать люлей, вот, проигрывая битвы, блокировать атаки входящие, и когда с более сильным оппонентом, то, естественно, тоже бонус. Еще есть масс-комбат какой-то, что-то такое. То есть везде можно посмотреть, да, посмотреть, как можно прокачать. Допустим, турели можно прокачать, например, используя гарпуны и специальные турели, да. А дополнительно что-то я даже и не вижу. Ranged Weapon, как-то он отдельно. Зачем-то, а те турельки... А, здесь почему-то не указано. Ну, не везде, к сожалению, да. Вот. О, арбалеты, кстати говоря, собираются так или иначе внести. Я даже не вижу ranged скилла, вот кроме как турелей. Странно. Защита от стрел, о, как интересно.
Ну, все больше и больше, кстати говоря, расширяется, всяких вещей добавляется. Здесь еще, видимо, что-то будет написано полезное, статистика какая-то будет групповая введена. Да. Короче говоря, тренировка идет полным ходом. О, неужели уже стены изучились, да? Изучены стены были. Так, ну что ж. Ну что ж, пришла пора. Пришла пора строить. Раз пришла пора строить, тогда давайте наберем еще побольше ресурсов. Так. Ну давайте последние пока пушки. Снимаем задачу по шахте. Сота, все, отдыхай. Лив, что там у тебя? А, ну да, она сейчас выкопает хотя бы одну штучку отсюда и понесет ее сразу плавить. На этом ее работа с шахты тоже будет завершена. Можно, в принципе, ее даже сейчас уже снимать. Все, выкопала. Зачем-то подбегает обязательно сюда. Ну, видимо, иначе никак. Так, здесь сталь, можно все сносить. Эх, хорошая шахта была. Пока хорошая шахта. Так, посмотрим, что у нас, значит, со шахта теперь, да, там будет. Самая последняя шахта у нас уже есть по руде 6 уровня, да, круче не будет. Здесь у нас 110. Кстати, тут везде достаточно много мест, где руды... Руды 110. Хотя вот здесь резко сразу 10 уже становится. А есть везде достаточно много мест, где есть 110 участки. Ну, нам, думаю, одной хватит более чем. Ну, вот здесь вот эти стенки надо будет посносить. Так что придется некоторое время побыть. Да, кстати, только давайте теперь вот так вот. Скорость. Побыть некоторое время без стен. Хотя бы верхних. Нужно некоторое время, кстати, подождать, что перед сносом следующей, иначе случаются различного рода казусы. То есть стенки не зависают. Ну, короче, какая-то фигня начинает происходить. Вот. То есть аккуратненько это надо делать. Так, хорошо. Время, место для шахты рудной. Так, только лиф. Не надо, чтобы это было лиф. Нужно, чтобы это вообще был никто. И строим. Так. Угу. Так, интересно, где у него будет выход? Выход у него где-то будет вот там, где у нас стрелочка. К сожалению, кстати, да, не указано до сих пор, где брать руду. То есть, ну, нет такой вот точки, да, которой персонажи ставятся. Разверну, наверное, каким-то таким образом. Наверное, вот так. Будет наиболее оптимально. То есть либо с этой стороны, да, будет выход, либо с этой стороны выход руды. Вот. И в любом случае это будет все-таки поближе, да, к нашему этому. Так, и Реанор. А, Реанор сейчас тренируется, правильно. Все, иди, делай дело. Ты специалист. Пока никого не припрягаем, кроме него. Лиф и Сота как раз таки займутся. Это их работа будет. Все, материалы добавлены. Подключайтесь. Так. А ты пока беги, еще материалов набери. Кстати говоря, очень аккуратно здесь, если вы потянете ресурсы в бок, то они у вас просто-напросто потеряются, вывалятся, вернее, из ящика, и поднять уже их будет невозможно. Есть такая тоже вот нехорошая штука, нехороший нюанс в этом отношении имеется. Так, Сота и Лиф выбрать нужно. Так, надеюсь, собаки сейчас не придут. Не начнется сейчас очередная бойня постоянная, бесконечная. Будем надеяться. Стенок у нас уже нет, по большому счету. Нужно действовать аккуратно. Угу. Вот уже и каменная шахта подоспела последнего уровня. Прекрасно. Уже изучение идет
более продвинутой, кажется, автоматической шахты теперь стальной, ну не шахты, а печи, скажем так, на переобжиг. То есть тогда уже нужно будет, скорее всего, персонажа только подходить, загружать. Ну вот, например, вот эта шахта будет уже полностью автоматической на этом уровне. То есть уже даже в описании этой шахты уже написано, что она автоматическая. Так, нет, Райнора не надо. Shift, сотый лиф в таргете, если вдруг что пойдет не так, чтобы они отбежали и не нагребли в себя ресурсов. Чтобы не мешали процессу постройки. Можно выбрать эту штуку, тогда будет сразу видно, когда вот до сюда доползет ползунок строительства. Это означает, что надо как раз таки дергать. Что значит, сейчас будут добавлять следующие материалы, и в этот момент нужно успеть среагировать. Ну, тьфу-тьфу-тьфу. В этот раз собаки нас решили не трогать. Ну, я не против, сидите там. Сидите ровно у себя в логове, я согласен. Меня это никак не пугает. Я, наоборот, доволен вашим поведением, псинки. Хорошие собаки в этот раз. Так, лиф и сота, отойдите. Угу. Материалы добавлены, можно продолжать. Рейнор тем временем... А хотя пускай сразу строит. Вот, пускай строительство идет. У нас будут другие задачи. Так, давайте, наверное, верхний заборчик сносить потихоньку. Аккуратненько. Потому что его все равно весь переделывать придется. Да, еще раз повторяюсь. Чтобы все прошло успешно при сносе, нужно дать игре некоторое время понять, что вы все-таки удалили. На паузе сразу все удалять. Было проверено, что все становится плохо. Так. Есть. Все, постройка завершена. Можно нажать паузу аккуратненько. И смотрите, сюда теперь никому работать вообще не надо. То есть мы можем, конечно... Просто давайте выберем эту штуку. Видите, сама руда самостоятельно, да, отсюда набирается. А теперь мне нужно выбрать, кто у нас будет следующим бойцом из этих товарищей, Соты или Лиф. И отправить его просто на тренировочку. Например, Сота, вот как раз, раз уж ты выбрана, ты пойдешь тренироваться усиленно, тренироваться, чтобы стать новым нашим бойцом. Вот, а Лиф, да, у него задача стояла по работе с шахтой стальной, и она спокойненько оттуда теперь будет нагребать сама сталь, руду, которая там будет появляться, и аккуратненько делать дело. Так, сносим теперь еще одну секцию стены. Да, кстати, разработчик обещал, что стенку он, вернее, стены теперь будут как-то более корректно ставиться. Вот что не будет, они так глючат сильно. Давайте обычную скорость опять же. Так, убираем. Аккуратненько. Потому что нужно будет ставить еще раз нам теперь шахту. Ну, вроде этого пространства должно хватить. Так, так, так. Кстати, где у этой шахты все-таки был... Куда за ресурсами-то бегают, надо проверить. Угу, сейчас как раз вот выработается. Посмотрим, куда бежит лиф. Вот все-таки вот сюда она бежит. Ну, в принципе, ладно. То есть нужно было чуть-чуть довернуть. Ну, будем знать. Получается, здесь примерно та же самая история должна быть, да? Так, шахта. Из тебя мы сейчас все выкопаем. Вы больше не работаете над шахтой. Сейчас наковыряем последний камушек, дополним его до конца. Все, идите. Теперь
нам травму в инвентарь. А, он сам забрал все. Ну что ж, прощай, шахта большая. Угу. Эти сейчас выработают остатки ресурсов. Кстати, Ренор пускай заберет их. Эти остатки. Так, тем временем получается. Фиш идет сюда. Кстати, эти штуки нельзя было проапгрейдить. О, их уже можно было проапгрейдить, кстати. Хорошо, ладно. Инвентарь. Вот так сделаем пока. Хорошо, стой. Нантрам, как у тебя успехи? Ну, пока вырабатывает, ладно. Так, Реанор. Угу. Давайте попробуем построить. Теперь самую крутую на данный момент получается, да? Так, еще раз проверю. Дерево технологий для начала. Да, все, мы все исследовали. Теперь самое крутое, что шахта какая есть. Мы сейчас, получается, и сможем построить себе майнинг и стоун майн. Вот, аж 9 уровня, ого-го-го. Так, ух. Так, у нас было здесь 120 камня. Если что, нужно довернуть. Ой, надеюсь, я все делаю правильно, что вот здесь вот как раз-таки и будет выход ресурсов. Да, полностью автоматическая шахта. Подтверждаем ее строительство. Шикарно. 35 материалов, кажется, за раз не хватит. Угу. Добавляем помощников. Так, и нам Трам, кстати говоря, тоже пойдет сейчас помощником туда, да? Снимаем рюкзак и иди помогай тоже. Очень хорошо, что, кстати говоря, вы все стали там, где нужно. Так, ну что ж, ускоряем время. Угу. Забыл нюанс один. Свистоплясков. Уже 600 камней. Сейчас у нас камней будет, правда, еще больше. Просто бешеное количество будет камней на самом деле. Угу. Прекрасно. Следим за процессом. Как хорошо, что собаки пока тьфу-тьфу-тьфу не ходят к нам. Иначе у нас сейчас было бы сплошное месиво. Сплошные разборки с этими псинами. Попытки их победить усиленно. А все это когда будет еще в процессе со строительством заниматься, да, ну, совсем никуда не годится. Прекрасно, прекрасно. Работы идут. Интересно, успевает перерабатывать? Ладно, потом посмотрим, успевает ли она перерабатывать руду. Вот, а здесь, вон, все прекрасно работает. Так, готовимся. Эть, стоять. Стоять, бригада. Все, помогаем. Нам Трамп прямо оттуда откуда-то как-то странно. Да, нормально, нормально, встань. Чтоб я вас всех видел. Я слежу за вами. Вот, эти штуки тоже можно будет проапгрейдить. Круто, круто. Получается, мы сейчас в пиковый выходим. В пик технологий, да? Здесь можно все будет заапгрейдить. То есть мы все выучили практически. Теперь нам остается только все-таки заняться фермерским делом. Ну что, смотрите. Прекрасно. Камни пошли. Ой-ой-ой, какое неудобное место, а. Ему нужно прям аж туда зайти. Так, кто у нас там еще? Фиш. Не, нормально, нормально, нормально все. Хорошо. Так, отходим. Так, нам Траму, в принципе, раз уж он начал заниматься делом, можно впендюрить сундук. Хотя... Так. Заберем лишние камни отсюда. Отлично. И давайте, наверное, сначала проапгрейдим вот эту штуковину. Причем всей толпой. Вот вы тоже.
Вы тоже идите. Тут работники больше не нужны, больше не требуется. Тут сразу идет сырец, камень-сырец в больших объемах. Все, 10 накопилось. Не знаю, будут успевать, не будут успевать. Кстати, да, что там по руде? Не успевает уже. Чуть-чуть не успевает. Ну, сейчас мы апгрейдим эту штуку, и все тоже будет нормально. Интересно, это тоже будет полностью автоматическое? Да, просто нужно будет нанять, сказать одному какому-то персонажу, чтобы он просто ходил, перекладывал ресурсы, и все, и все остальные просто в бойцы идут, или там фермеры. То есть, шикарно на самом деле, просто замечательно. Она сейчас энергию потребляет. Она всегда, кстати, будет потреблять энергию. Это единственный минус, кстати, энергии у нас, тем не менее, хватает. Да, ну сейчас тут все начнут, наверное, кидать материалы. Кстати, сразу можно точно так же в апгрейд это дело воткнуть. О, еще раз? Нет, вряд ли. Хотя здесь горит. А, здесь уже все. Это просто кнопка не исчезает. Небольшой такой легкий баг. Но это не страшно. В принципе. Как меня радует, что меня еще ни одна собака не атаковала за это время. Когда я без стен. Ну хотя подозреваю, что мы бы уже смогли бы справиться. А что это вы стоите? А помочь? А помочь? Стик? Ты не способна это делать? Или ограниченное количество персонажей? Да вроде не должно быть такого. Не можешь найти себе место? О, ну наконец-таки. А, и да, и конечно, все сразу материалы добавлять, естественно. Теперь по чуть-чуточке будут это дело. Так, давайте вы хотя бы на эту кидайтесь тогда. То эти баги все. Нам Трамп, ты что бездельничаешь? Ну да, они сейчас будут бегать, тупить понемножку. Понемножку добавлять. Ты чего встал? Ну, ё-моё. Да, процесс затягивается из-за этого. То есть не так эффективно. Ага, я знаю, как сделать эффективно. Стоять, бояться, нам трам. Теперь на тебе камней. Во. Давай. О, теперь нормально, сейчас добавит материалов. Та не успеет добавить, и все будет хорошо. Кто, кстати, кто у нас та? И кто ты? Кто ты? Кто ты тут? Нантрам и... Стик, ага. Все, выкладывай свои камушки. Жалкие два камушка. И, кстати, она была на шахте, так что ее место будет тоже. На тренировке. 9-й уровень технологий развит уже. Сейчас будет исследован 10-й. И на этом все, да. В принципе, обучение, изучение всего будет закончено. И можно будет уже заняться градостроительством. Так, ну и как она? Нужны рабочие? Не, рабочие не нужны. Классно. Так, Стик, иди. Иди теперь, ты тренируйся. Тренинг. Пожалуйста. Нантрам, ты можешь, наверное, заняться все-таки этой штукой. Да, теперь это не Operating Stone Mine. Так, погоди. Это... А, нет, это Howling все-таки. Но теперь задача будет по переноске больше. То есть там забрал, сюда принес. Прекрасно. Все? Все? Бегаешь, носишь тудым, сюдым. Классно. Так, и, наверное, его же можно, я надеюсь, что его же можно будет и на этот посадить. Чтоб он оба-два обслуживал. Так, тут, наверное, опять... А нет, материалы все на месте. Только осталось у Фиш проверить инвентарь. Ну, кто бы сомневался. Так, Фиш, тоже идешь на отдых? Ну как на отдых? На работу, на новую работу. Скидывай свой рюкзак.
и займись тоже тренировкой. Это полезно, это помогает. Я сказал тренироваться. Не, ну как так? Ну что ж ты? Во. За ручку приведи и все покажи. Так, Бёрд. Да, только осталось инвентарь очистить. И тренировочные места на что закончились на этом, да? Да, не хватает тренировочных аппаратов. Ну тогда займись тренировкой, я не знаю, вот этого. На пушке потренируйся. Из арбалета подцелься. Так, нам Трам, наверное, тогда будет точно так же запускать и второй стол процессор. Получится так? Чтобы на всех хватало, нет? Все-таки нужно, чтобы был... Так, нам Трам, покажись. Что ты делаешь? Взял камни, принес камни. И сюда ты не хочешь эти камни нести, да? По-моему, одна справляется или нет? Да, одна справляется. То есть вторая даже не нужна, получается. Или нет? Сюда ничего не попадает даже. Почему ты вот не хочешь в эту выложить, а? Нам Трам, ну пожалуйста. Сейчас я тебя поймаю, когда у тебя будет инвентарь с камнями. У тебя что, никогда инвентарь с камнями теперь не будет? Так, стоять. Что-то не пойму, что происходит. Здесь же есть место. Вот, и понес, и... Вот сюда неси. Не. Надо все-таки отдельного персонажа на каждую эту ставить. Так что все-таки... Кто у нас тут занимается ничем, не тем, чем надо? Бёрд, да. Хватит баловаться, давай. Бери все-таки рюкзачок себе. Пойдешь на шахту тоже. Ты эту обслуживаешь. А то нам Траму там будет скучно одному. Ну вот. В два носа они хотя бы хоть как-то успевать будут. Наверное. Не, они все равно в один и тот же пихают все. Подожди, я тебе назначил же другую. А нет, что-то положила, что-то успела положить. Так, я знаю, что надо сделать. То она не успевает взять камушки. О, все, хорошо. Нам, Трам, а что ты туда бегаешь? Зачем тебе туда? Объясни. Ты что, хочешь оттуда стырить, а? Хулиган. Давай, 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 распределяйте равномерно. Ну, скорость на самом деле бешеная. Получается теперь производство этого всего. Единственное, что не всегда получается схватить камни кому-то. Кто первый стал, того и тапки, как говорится. Вот нам Трамп. Чего ты побежал? Куда ты побежал? Зачем такие танцы совершать? Вообще непонятно. О, успел. Досталось ему. Теперь этот стоит стол процессор. Положил. Ну, вроде так. Короче, пускай так и будет. Ух, сколько у нас тут блоков, интересно, будет. О, какая страшная цифра. Так, шахты улучшены. В принципе, все замечательно. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Последние исследования идут. Не хватает мест у нас разве что под тренировку, да, тренировочных. Чучелок не хватает. Теперь стало быть так. Не хочу я сюда ставить. Просто это можно поставить, да ничего из этого не будет, но это будет несколько неэстетично. Максимум вот сюда еще одно. И сюда еще одно чучело. Максимум. Так что давайте их построим, действительно.
Почему туда не хочу? Ну, потому что, может, это неправильно. Вот. Так, только теперь нужно развернуть. Опять же, если воткнется. Может, и еще и не воткнется. Хотя, одно сюда. И одно сюда. Ну, я же видел, что ты могло. Вот так, ладно. Все, подтверждаем еще хотя бы парочку, чтобы была. Ну, на этом серия закончена, она и так уже слишком длинная, но мы в этой серии зато прошли все уровни технологий, продвинулись далеко-далеко. Мы все высокотехнологичны, теперь остается лишь пожинать плоды. Скоро Флэшбокс и Ханбу точно так же освободятся и присоединятся к тренировкам, хотя нужно оружие. Да, наверное, следующая серия будет посвящена тому, как мы будем переограждать все, я не знаю. Ладно, всем еще раз спасибо за просмотр. С вами был я, Реанор. Пока-пока. Счастья вашему дому и до следующих эпизодов.